Здравствуйте, мои дорогие. Вот еду на свой укол. Так, переверну. Специально вот так ставлю сейчас, чтобы потом видно было, да, вот. Так, сейчас теперь переверну камеру. Еду на свой укол, девочки. Чуть-чуть нервничаю. Мужу говорю, идем со мной. А то я нервничаю. Вот не знаю, почему, девочки, нервничаю все равно. Сейчас посмотрим, результат какой будет. Потому что я ожидала большего, если честно сказать. У меня 2.15. Ну, я вот вышла чуть-чуть пораньше. Потому что не люблю опаздывать, да, раз 2.15, там хоть, ну, 2 часа, чтобы я там была, 15 минут подождать, мне ничего не сложного. Нету ничего сложного. Этот как никогда машину не помоет, всегда такая она грязная. Короче, надо чуть-чуть хоть окно помыть. Он говорит, у меня времени нету. Сама, короче, помой, говорит, нет, значит, так получается. Ну, сама тоже помыть могу, конечно. Ну, просто, когда он уже приезжает, уже как-то не до этого. А субботу-воскресенье я на работе была. Вот и субботу-воскресенье я шабашку делала. Думала, машину помою. Хоть даже свою не помыла, не то что его. Вот так, девчонки. Искупалась, освежилась. Мне сказали, что, ну, ни крем, ничего на лицо нельзя делать. Так что еду. Сейчас она вот заполнитель мне сделает. Девчонки, уже то, что там осталось, доделает она мне этот заполнитель. А потом уже я сделаю, наверное, себе все-таки ботокс, как вы сказали, как вы мне все советовали. Потому что если я все равно морщусь, то какой есть от этого заполнителя? Хотя я все равно улучшение заметила, хоть мне там многие писали, ой, там нету, но я заметила, что есть. Конечно, лучше стало. Девочки, окно такое грязное, аж даже мне неудобно перед вами, знаете. Это мы в туннель заехали. Это наш туннель. Это мой муж за рулем. Вот здесь это недалеко. Это недалеко от центра. Ох. Потом, когда выйду, тоже покажу. Жалко, что внутри не могу снять. Если вы видели, какое, прежде чем зайти. Короче, она меня дезинфицирует полностью. Снимать одежду, в мешок ставить. Какой-то мешочек она мне дает. Потом халат дает. Потом мне крем на руки дает. Этот крем, ну вот этот, антисептик. Потом мне надо дают какую-то жидкость. Ну вот это, которую зубы полоскают. Освежитель рта. Освежитель рта она мне дает, чтобы я освежила свой рот. Как будто я зубы не помыла, понимаете, девочки? Освежаю свой рот. Потом сажусь на кушетку. Потом только могу маску снять. А так, ох, девчонки, на самом деле, очень и очень этот... Там такая... Короче, пока ты до нее дойдешь, там нужно столько этих пройти, короче. Пока ты до врача дойдешь. Но, с одной стороны, это правильно, конечно. Я не говорю, что нет. Они тебе перчатки дают, ты должна перчатки одеть. Смотрите, какая красота. Вот так. Томасика тоже с собой взяла. Ой, вроде бы Томасик лучше себя вести стал. Хоть все свои дела на улице делает. Уже в доме не делает. Уже это меня радует. Может, потому что ковер убрала? Может, потому что здесь старые дома, они такие дорогие, дорогущие. Хотя в Испании, девочки, каждый город похож, как будто под копирку сделанный. Там, ну, бывает там, ну, конечно, я имею в виду маленькие города. Они как будто под копирку сделаны, они все так похожи на друг друга. Вот это больница, вот клиника, вот это Биосау называется. Так, сейчас, ой, мы пришли на 15 минут раньше. А я так переживала, что не успею. Как всегда. Я переживала, что не успею. А у нас время есть.
знаете, что я заметила? Когда ты с собакой гуляешь, вот я не знаю, здесь люди на собаках помешанные. Каждая тебе подходит, спрашивает: ой, что за собака, что за порода? Мне так становится, не знаю, как-то странно. Я говорю: Томасик, ты мне общение, короче, даешь с людьми делать. Сегодня одела джинсовую куртку, тепло, девочки, совсем тепло. Джинсовую куртку одела. Он мой Томасик, видите, да? Бегает, прыгает. Вот сюда тоже бы хотела я, вот заполнитель, да? Ну, это уже дорого все. Там. Я с вами делюсь. А то потом начинает каждая там умничать. Я с вами делюсь просто. Томасик, поздоровайся с моими. Смотрите, смотрите, какой он хорошенький. Какой он хорошенький. Ой, как я рада, что мой муж со мной пришел. А то я одна не хотела идти. А там говорит: давай я с тобой пойду. А просто вот, знаете, здесь машину тоже нигде оставить бывает. А так он внутри машины хоть... А не можешь с ним внутри... Не пускает вовнутрь войти с ним. Так что вот так. Короче, сижу, подожду. Потом, когда выйду, тоже покажу вам, как у меня. Вот смотрите, как сейчас. Потом... А этот укол болючий. У меня здесь тоже был шрамчик этот. А вот здесь тоже был... Подождите, вот так, видите? Вот так лучше видно. Там одна пишет, ну, моя подписчица. У тебя, говорит, был один, а сейчас три. Они у меня и были. Видите, я же вот так делаю. Вот так постоянно делаю. Потому что, когда, особенно, когда плохо вижу, вот так делаю. А что вот так не делать, это надо ботокс. По-другому никак. Вот так. Хотела волосы уложить, но обратно голову вчера помыла, позавчера. Каждый день. Все-таки я считаю, что это вредно каждый день голову мыть. Вот не знаю. Хотя сейчас мне там одна написала, сейчас шампуни это хорошие, там туда-сюда, это не вредно. Не знаю, девочки, как вы считаете, каждый день вредно голову мыть или нет? Чтобы только не полысело, еще этого мне не хватает. Сейчас полысею. А потом я иду уже на бровки. Сделаю себе бровки, будет совсем по-другому. Потому что видите, да, как они мне далеко расположены. Они должны чуть ближе быть. Ну, посмотрим, короче. Она мне сказала, я тебе сделаю. Я надеюсь, сделает хорошо. Но сперва, конечно, она мне их нарисует. Вот так. Короче, с вами не прощаюсь. Потом, когда уже это самое закончу, выйду и покажу вам результат. Чтобы обхаяли. Девочки, смотрите, как они меня одели, короче. Бахило все, короче, руки продезинфицировали, волосы нельзя, короче, кошмар. Это такой кабинет, где ты сидишь, ждешь. Смотрите, как аккуратненько, как красивенько. Фу. А какая здесь чистота идеальная. Даже листья, ну, могли бы листья чуть-чуть почистить, чуть-чуть пыли. Ну, короче, сейчас посмотрим, как что, чем закончится. Угу. Сижу такая, как я не знаю, как будто какая-то, да? Больная, что ли. Как будто на операцию, девочки. А это только один укол, представьте себе. Короче... Потом я вам покажу. Но не разрешено показывать вот это все. Ну, я так. Здесь же никого нет. Видите? У нее здесь все эти стоят. Ну, кем она там была. Все ее сертификаты. Пока нету никого. Вот ее кабинет. Видите? Вот такой обычный кабинет. Маленький такой. Сейчас посмотрим, что она мне делать будет. Девочки, вот сделала мои золотые. Ох, как было больно. Сделала, короче. Пробежала домой, хотела там еще вам... Ну, там же сделать, но мне надо было бежать. Адамчик кушать просил, уже звонил мне. Ты где? Больше часу я там осталась.
Короче, еще раз надо будет пойти. Понятно, сейчас иду зубы мыть. Мы только поели, сейчас зубы помою, и мы хотим уже домой поехать. Посуду помою, все, вот возле света встану, чтобы вы видели, что вот, смотрите. Ой, глаза аж косят. Вот так, короче. Мне муж сказал, что очень хорошо. Что очень хорошо. И мой племянник тоже сказал. Она мне сказала, что еще лучше будет. Мне муж сказал, ой, как тебе хорошо. Серьезно, говорит, тебе очень хорошо. Лучше, говорит, стало. Она сказала, что вообще, вот это вообще уйдет, вот это вообще уйдет. Сейчас трогать нельзя. Вот это вообще уйдет. А вот это чуть-чуть опухло сейчас. Ну, потому что все-таки девчонки там, ну, ковырялись, там лазили, короче, как говорится, укол делали. Но это все пройдет. Так что вот так, сейчас посуду помою. Ой, себя тоже чуть-чуть порядок приведу, устала. Я сегодня вообще не отдыхала. Бегала везде, как целый день, как сумасшедшая. Так что давайте я вас целую. Надеюсь, что вы заметили эффект. Мои любимые.